Сегодня в Чебоксарах осветили храм в честь иконы Владимирской Божьей Матери. Священный обряд совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. На первом богослужении побывала и наша съемочная группа. Деревянный храм в честь иконы Божьей Матери Владимирской построили меньше, чем за 2 года. Возвели ее в исторической части города по улице Сеспеля, на том же самом месте, где ранее была построена первая в Чувашии православная церковь. Строили храм буквально всем миром. Если вашей помощи нет, ни участок не дали бы, ничего не построить. Это уже заслуга ваша, так что при вас вот совершилось. Спасибо вам за добрые слова. На самом деле наша задача в обществе сохранять стабильность для верующих, в данном случае для православных, создавать условия, чтобы они могли молиться, духовно обогащаться. Новая церковь, хоть и небольшая, зато очень уютная, отмечают первые прихожане. Иконостасы, все иконы изготовлены местными умельцами. В последнее время в Чувашии стали появляться новые храмы, церкви. И эта традиция будет продолжена, подчеркнул глава Чувашии. Я сам тоже верующий, моя семья тоже верующая. Мы ходим на праздники. Я смотрю и наблюдаю, очень много молодежи ходит. Хотя есть вопросы определенные, поэтому мы с Русской Православной Церкви, с епархией Чебоксарской и Чувашской, как строили, так и будем строить эти храмы. Насколько наши силы позволяют, мы будем оказывать содействие. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.